Дата, которую помнит каждый член большой семьи нефтеперерабатывающего завода. 30 января 1975 года. Первый бензин получили на секции 100 комплекса ЛК-6У номер 1. Причастными к истории самого крупного нефтеперерабатывающего завода сегодня по праву можно назвать несколько тысяч мазырян, прошедшие на заводе все ступени профессионального роста. Его генеральный директор Виталий Павлов напоминает, Мозырский НПЗ сегодня это ведущее предприятие республики. Профессия переработчик стала одной из самых престижных профессий в нашей стране. Нефтепереработчики – это особенные люди. Это люди с горячим сердцем, это люди с мощным творческим запалом, это люди с высокой степенью ответственности. Благодаря созданному на заводе подходу преемственности поколений, коллектив продолжает грамотно, профессионально эксплуатировать сложнейшие технологические объекты. Не исключением стал и прошедший год. Мы переработали 9 миллионов 819 тысяч тонн нефти. Мы обеспечили выполнение всех ключевых показателей. Одно из самых современных предприятий в Восточной Европе. Главный налогоплательщик, основной меценат культурной и спортивной жизни района. Разумеется, за всем этим стоят конкретные имена. Сергей Владимирович Крот, Александр Георгиевич Дашкевич, Михаил Платонович Пелих. В числе тех, кто сегодня удостоен высоких наград, руководители и специалисты различных структурных подразделений. Каждое дыхание завода отражается положительно на социально-экономическом развитии Мозырского региона. И самое важное – за этими цифрами стоят люди, наши любимые заводчане, которые своим профессионализмом, знающими, что делают, работают на благо завода, на благо нашего Мозырского района, Гомельщины и Республики Беларусь. Одну из главных наград белорусских нефтяников, почетное звание «Гоноровый нафтовик», вручает Игорю Данильчуку, оператору технологических установок. Награжденных отличает не только профессиональное качество, опыт, но и активная гражданская позиция. И даже высокие спортивные результаты. В их числе победитель престижных соревнований по парапланеризму Евгений Вихор, заместитель начальника нефтехимического производства. Сегодня Мозырский НПЗ – это лидер, я бы сказала, флагман нашей промышленности Республики Беларусь. Мозырский НПЗ сегодня является одним из лучших нефтеперерабатывающих заводов на постсоветском пространстве. При этом я хотела бы отметить, что высокие показатели, которые вы достигли в 2017 году, производственные, финансово-экономические – это заслуга трудового коллектива Мозырского НПЗ. Едва ли в рамках одного сюжета можно назвать всех героев этого праздничного вечера. Наряду с успехами на профессиональной ниве были отмечены успехи в спортивной сфере. 15-й год подряд Мозырский нефтеперерабатывающий занимает первое место в круглогодичной спартакиаде Мозырского района. В прошлом году его спортсменам не было равных по 16 видам соревнований. В числе награжденных и работники Дворца культуры нефтепереработчиков. Буквально не так давно в городе Минске состоялся финальный тур, в котором соревновались ведомственные дворцы культуры, которые вообще находятся в нашей стране. Более 80 учреждений приняло в нем участие. И мне радостно вам сообщить, что Дворец культуры Мозырского нефтеперерабатывающего завода, его коллективы заняли почетное призовое место. Спасибо ветеранам производства за то, что 43 года назад они наметили эти традиции. Спасибо вам, сегодняшним заводчанам, за то, что вы продолжаете им следовать. Спасибо огромное за то, что, несмотря на свой ежедневный напряженный труд, вы находите силы заниматься спортом, развивать культуру. Кузница спортивного и творческого мастерства. Для участников праздничного концерта это возможность подвести свои итоги в уходящем году. Многие имена уже известны, а кто-то стал настоящим открытием совсем недавно на заводском фестивале-конкурсе «Осенний аккорд 2017». Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».